До студії нового дня завітала Юлія Мачула, візажист, а також сьогодні нашою помічницею буде наш асистент режисеру Марина Козюк. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Мариночка, у тебя действительно сумасшедший, бешеный график, работаешь с самого утра до поздней ночи. И, насколько я понимаю, проблема недоспанных ночей на лице для тебя знакома не с первых уст. Да, такая проблема есть, потому что график действительно насыщенный. Просыпаюсь рано, бывает, просыпаюсь и в 6, и в 5 утра даже бывает встаю, работаю допоздна, поэтому такая проблема присутствует. То есть проблемы каких-то мешочков под глазами, темных кругов. Проблема недосыпания, которая может отражаться на внешности. Хочется теперь спросить у нашей визажини, которая сейчас поможет нам и расскажет, можно ли спрятать эти проблемы, чтобы наша Мариночка всегда выглядела безупречно. Она у нас просто шикарная девушка, которой хочется выглядеть принцессой, которая высыпается, спит по 10 часов в сутки и чувствует себя просто не усталой. Конечно, мы сможем помочь в такой ситуации, потому что у всех бывает сложный период, какой-то график, сессия, там какой-нибудь отчет на работе, творческий проект, да, когда нам нужно утром выглядеть хорошо, а спали мы недолго. Поэтому первый вопрос, который возникает, это сделать яркий макияж, плотный тон, скажем сразу нет. То есть этот такой вариант только усугубит проблему, подчеркнет ее, поэтому мы используем вместо тяжелых тональных основ BB-крем, да, он решает сразу много проблем, там, допустим, он там есть и 5 в одном, и 8 в одном. Это как раз то, что нам нужно в такой экстренной ситуации. Это первый момент. Второе, значит, если мы делаем макияж под глазами, первое, что мы наносим, это праймер, да, мы уже с вами говорили о том, что праймеры есть разные, вот на силиконовой основе, это как раз то, что нам нужно. То, что еще очень важный такой момент, это очищение кожи. Вот если мы не доспали, если у нас есть такая вот проблема, как какие-то круги под глазами, очень хорошо поможет умывание кубиками льда. Да, мы знаем такой прием. В идеале это, конечно, ромашковый лед, ну, даже обычный лед с этим справится. Нанесли мы праймер под глазки нашей модели. Теперь мы используем такой вот корректор под глаза, да, он должен быть светлый, совсем немного его нам понадобится, мы его нанесем и хорошо. То есть метод того, что чем больше я нанесу, в этом случае не работает? Нет, здесь как раз нам нужно сделать такой вот легкий переход. Да, нам нужно сделать такой эффект макияжа без макияжа, да, вот мы как раз это и добиваемся. Наносим немножко корректора под глаз, и я смотрю, что и мы его растушевываем не четко по зоне, да, вот под глаза, а чуть-чуть заходим вниз на щёчку. Хотелось бы узнать, для чего мы это делаем. Если мы нанесем четко по зоне под глазами, мы только подчеркнем, да, мы сделаем такой круг, вот так вот он будет. А так это у нас будет естественный такой переход, и он не будет настолько заметен. Еще после очень корректора что делаем? Еще очень хороший помощник в такой ситуации — это белый карандашик. Да, мы им воспользуемся, мы подчеркнем слизистую нижнего века, то есть мы снимем покраснение и создадим такой эффект распахнутого глазика, да? Подчеркивать белым карандашиком глазик, насколько подходит абсолютно всем девушкам? Или да, все-таки нужно смотреть под форму глаза, под цвет абсолютно глаз? Абсолютно всем, потому что мы используем его совсем чуть-чуть. Мы не рисуем прямо такой белый, да, мы вот создаем такой чуть-чуть эффект. То есть мы убрали чуть-чуть красноту, подчеркнули. Кстати, сразу глазика становится заметно, что глазик становится намного светлее и более открыт. Вот мы как раз этот эффект и используем. Еще очень важный вариант, такой вот, ну, то, что мы должны обязательно использовать, это подчеркнуть брови. Да, мы создадим тоже такой эффект открытого глаза. Мы можем использовать тени, добавить свет. Ну, допустим, вот у нас у Марины все в порядке, да, с цветом, с бровкой. Вот, все, что нам понадобится в этой ситуации, мы просто зафиксируем бесцветным гелем, фиксатором для бровки. То есть тем, что мы сейчас фиксируем брови, делаем на них небольшой акцент, отвлекаем немножко от усталости взгляда. Мы отвлекаем от усталости взгляда, и мы создаем такой более открытый взгляд. То есть мы уже не устали, мы уже в хорошем настроении, прекрасно выглядим. Я смотрю, что фиксатор абсолютно прозрачный, что дает действительно естественность. Да, мы как раз это и добиваемся. Следующий этап — это у нас хайлайтер. У меня это пудра вот такая, она немножко с перламутром. Можно использовать любой другой хайлайтер, можно использовать перламутровые тени светлые. Какова роль хайлайтера? Опять же, мы высветляем и открываем взгляд. Мы именно на это, и сегодня все внимание у нас именно на то, чтобы нам нужно высветлить зоны и убрать вот этот эффект усталости. Мы наносим хайлайтер под бровку.
Я смотрю, что в принципе особо цвета он не дает. Дает легкий перелив, который заметен при перепаде цвета. Он немножко перламутровый, и он осветляет. Цвет нам как раз здесь не нужен. Мы уже как бы говорили, да, мы не создаем темный макияж, мы или добавляем его чуть-чуть. А что может усугубить темный макияж, если нанести слишком темные цвета на глазки, которые устали? Мы добавим тень и только подчеркнем, да, что у нас есть какая-то там отечность небольшая или синячки под глазами. Мариночка, а вот ты скажи, когда глазки у тебя уставшие, когда ты очень долго работала, грешила иногда тем, что использовала темные тени? Вы знаете, грешила. Грешна, каюсь. Ну, с помощью цветов уже буду придерживаться как бы правильных. Следующий важный момент – это румяна. Мы ни в коем случае не используем коричневые румяна, мы не используем кирпичные оттенки, мы используем только розовые. Да? Это освежит цвет лица и отвлечет, опять же, таки внимание от нашей проблемной зоны. Да? Розовые румяна. Это довольно-таки приятный розовый цвет. На яблочки щек. И тоже наносим совершенно чуть-чуть. Конечно, мы не делаем такую матрешку. Мы чуть-чуть делаем румянец, такой свежий. Эффект, да. Я думаю, что с помощью румянца действительно можно скрыть бледность кожи. Конечно. Мы убираем бледность, мы убираем такой уставший тон, да, как у нас бывает кожа подуставшая, а просто такой вот оттенок кожи немного нездоровый, да. Мы вот с этим боремся. Замечательно у нас получается. И в довершение мы немножко наносим прозрачную пудру. Пудру в таком вот случае, да, для такого макияжа можно использовать немного светлее нашего оттенка кожи. Тут она как раз будет уместна. Наносим немного пудры. И хочу сказать, что личико действительно выглядит свежим. Открытые глазки у нас. И смотрится все довольно-таки естественно. Как будто бы Мариночка так проснулась, и даже без макияжа уже выглядит замечательно. Можно еще добавить немного туши. Тушь хорошо будет в таком случае использовать либо коричневую, либо если мы используем черную, то что наносим ее в один слой, да, мы не делаем такие густые ресницы, не создаем тень лишнюю под глазки. А вот какие-то светлые тени перламутровые может использовать наша Мариночка для своих глазок? Да, мы можем использовать перламутровые тени, но, опять же, мы помним о том, что все перламутровое, все светлое добавляет нам объем, да, мы смотрим по форме глаза. Вот, допустим, для Марины я бы советовала использовать такие перламутровые светлые тени, да, вот как у нас здесь есть, или даже тот же хайлайтер, вот пудра, которая, да, использовалась в внутренний уголок глаза. То есть это тоже как бы добавит нам немножко объема, вот здесь закрываем глазки. И создаст такой эффект открытого глазика. И сейчас посмотрим на наш эффект. Этого будет абсолютно достаточно. И не забываем о том, что главное у нас это регулярность ухода, да, нашего за собой. То есть, конечно, у нас бывают какие-то форс-мажорные ситуации, но если мы регулярно увлажняем кожу, если мы регулярно правильно ее очищаем, то вот такой вот ситуации, когда мы проснулись утром и вот все так расстраивает нас наш внешний вид, такие ситуации будут очень редкими. Что ж, спасибо вам большое, Юлечка, спасибо тебе, Мариночка, спасибо я надеюсь, вам, что наши советы тебе советы помогут. Спасибо за советы, бессонных ночей, как не бывало с таким прекрасным макияжем. Спасибо вам большое, я нагадую нашим телеглядачам, что сегодня до студии Нового дня завітала візажист Юлія Мачула.